В колледже культуры собрались первые уссурийские единороссы. В начале декабря правящей партии страны исполнилось 14 лет. В прошлом эти люди решили поддержать новое политическое движение в стране. Сейчас уссурийское отделение «Единой России» – одно из самых крупных в крае и насчитывает больше 4000 человек. На общем учредительном собрании 17 апреля 2002 года было принято решение о создании местного отделения Всероссийской политической партии «Единство и Отечество», «Единая Россия» города Уссурийск и Уссурийского района. Местное отделение «Единой России» появилось на свет через несколько месяцев после создания Всероссийской партии. Первым секретарем уссурийских единороссов стал Игорь Королев. По словам своих коллег, талантливый руководитель и понимающий человек, он сумел создать слаженную команду. 7 лет Игорь Александрович активно работал в Уссурийске, после чего возглавил и Приморское региональное отделение. В 2011 году Игоря Королева не стало. Во-первых, он очень сильно помогал. Помогал абсолютно буквально всем. И начинающим партийцам, и тем уже, кто, наверное, уже вот какую-то лепту внес и уверенно шел по жизни в нашем Уссурийском городском округе. Он был хорошим другом. Сегодня много говорили о нем, и только светлая память. Чтобы вспомнить старых друзей и поздравить своих коллег, в Уссурийск приехали гости из краевой столицы. Депутаты ЗАГС Собрания от нашего округа Александр Костенко, Сергей Ищенко, Владимир Кан. 14 лет для политического объединения – это совсем не детский возраст. За эти годы были и успехи, и поражения. Но главное, по мнению собравшихся, продолжать работать на совесть. Евгений Талов, Никита Файзулин, Телемикс.